Так. Короче, будем испытывать линзу эту, которая приехала на 52 миллиметра линза. Вот такая байда. Посмотрим, есть ли от нее толк. В общем, вот такая вот фигня. Вот. Сейчас пока попробуем это сделать на кухне. Вот. Как оно выглядит. Вот так. Как она снимает вообще. Вот. Приколимся. И без нее. То же самое. Вот. Вроде как там надо еще и там регулировать. Ну вот, попробуем покрутить. Не знаю, меняется что-то или нет. В дальнейшем посмотрим. Так, теперь идем, приколимся, что там у нас с дневным светом получится. Интересно. Так, идем в наш бардак. Смотрим наш мусор. Смотрим. Кстати, меня интересовало вот это отражение от стекла. Видно оно или нет? Вот. Как раз в плане того, чтобы ставить на стекло автомобиля как регистратор. Так, одеваем эту линзу, и что будет, если мы поднесем ее прямо к самому стеклу, будет ли что-то отражаться и видно. Тут у меня стекло двойное, стеклопакет, вот. Не знаю, видно ли что-то меняется или нет. Вот. Попробую покрутить это стекло еще. Вот. Посмотрим, что меняется, что не меняется. Наверное, ничего не меняется. Вот такая байда. Вот. В общем, вот так вот. Дверь закрыта. Thank you.